Так. Партику сыграем? Что? Партику. Ой, нет. Чу. Как будто нечего.
Спасибо. Здравствуйте, тетя Поля. Саша, господи, здравствуй, Саша. Какими ж судьбами-то? Отслужил, что ли? День в день. Проходи, проходи. Мы всегда гостям рады. Господи, что ж теперь такое будет? Проходи осторожно только. Затеялись мы с этой покраской-то. С весны не успели. Вот то с огородом копались, то стелком, то все. Любовь-то себе не нашел там какую. Да ну что вы, тетя Поля, у нас там в армии насчет этого строго. Что же вы мне год-то не писали, а? Тонь-то как? Это лучше, когда строго. Когда строгости нет, плохо. Распускаются. Нынче молодежь-то не хотят по-родительски жить. Все по-своему норовят. Так где же все-таки Тоня? Нет ее, Саша. Нет, уехала наша Тоня. Позапрошлой осенью еще уехала. Как уехала? А вот так уехала. Собрала вещички-то и уехала. Замуж, что ли, вышла? Да нет. Ведь ты знаешь, она какая. Еще в школе хотел махнуть на целину, а тут в институт не прошла. Поеду год в стаж себе заработаю. Ну и полетела упрямая. Уж я ее столько отговаривала. Не женское это дело по земле шастать. Ведь люди-то всякие бывают. Ну и окрутил ее там какой-то. Окрутил и бросил. Ну вот, Саша, горе у нас какое. Господи, Сашенька,
Да ведь вы раньше с ней дружные были. Найди ты ее, верни ты ее домой. С матерью-то она ведь всегда лучше. Вот и адресок-то у меня ее тут на конверте. Нефтепромысл это, какая-то озерная. Я думаю, овощ. На, держи. Ой. Радость-то какая у Макейчиков. А как же, сын из армии вернулся. Ну чего ты загляделась-то? Но! Но! Давайте танцевать! Олесь, поставь Ободинского! Льет ли теплый дождь, падает ли снег? Я попью. Ну что, сынок? Как тебе? Дом приглянулся, село в порядке? Все нормально, отец. Ну вот отдохнешь недельки две, а потом за работу надо браться. Механик нужен на лесопилке. Председатель на днях тебя вспоминал. Уехать не надо, батя. Надолго? Как получится. А может, не стоит? Подумай сперва, потом делай. Пойди, другие есть. Люблю я ее. Ты матери-то сегодня ничего не говори. Не стоит. Саша, милый, здравствуй. Давно я не писала тебе. В институт я не попала. Никогда б не подумала, что так получится. Сам понимаешь, какое настроение. Очень хочу уехать куда подальше. На производство, на стройку.
Одиночество понятие временное. Взять меня, например. Давно одинок. Мотаюсь, мотаюсь, знаете ли, по свету. И жену себе еще не подобрал. Как служишь ты, Саша? А я все вспоминаю наши встречи. И плакать хочется, что прошло все, как цвет облетел. Плохо мне. Ты уж скоро вернуться должен. Приедешь, сам увидишь. А вы судьбу свою узнать не желаете? Например, по глазам. О, глаза-то у вас какие необыкновенные. А что это вы смущаетесь? Какой вы странный. И такой искренний. Такие люди редко встречаются. Это же все чисто гипноз. Смотрите мне в глаза. Думайте, а я отгадаю. Поезд номер 96, Гомель Калинкович и Брест, прибывает на вторую платформу. Мой, пардон. Повторяю. Поезд 96, Гомель Калинкович и Брест, прибывает на вторую платформу. Тоже в Озерную? Да. Контора «Беларусьнефть». Другого там нет ничего. Выходит, мы с тобой, друзья, попутчики до конца. Работать или как? Как получится. А зачем как получится? Устраиваться нужно там, где потеплее. На севере, Северогаз, слышал? Вот это, между прочим, там достал. И те подъемные, и серный коэффициент, и все, что хочешь. Холодно там, я тебе скажу. Ну, а в остальном прелесть. Хочешь, адресок дам? Сам чего тут? Сам. У меня здесь свой интерес. Куда едешь? О, вот она, попутная. Я тебе дам попут. Давай. На. Любопытно. Ха, лафо! А, угощайся. Да зачем, не надо. Смотри. Их тут как при коммунизме. Вон они, родимые. Вон 16-я, видишь? А там за лесом 5-я. Ну, фотографию в правде, помнишь? Вот как раз то самое место. Я сразу узнал. А вон, пожалуйте. Нефтепровод «Дружба» в Резко. Смотрится! Да, ясное дело, что смотрится. Цивилизация! А сперва не смотрелось. Зато тем был, платили, что надо. А сейчас в разведке всем хорошо платят. Кто вблизи покалит. Я буровик, верховой. Наиглавнейшая профессия на промыслах. Так-то. Вообще-то моя жизнь в ауте. Что? Ай, ладно. Отгулял свое и будет. Теперь копаться хочу. У тебя приличный документ-то есть? Есть. Ну все, лафа, танкист. Считай, что устроились. На, закуривай. Не курю. Ха, странно. Слушай сюда. Мы устроим так, что тебе будет и коечка с белой подушечкой, и колесные, и полевые. Как? Да не надо, я как-нибудь сам устрою. А зачем тебе как-нибудь? А тут тебе и все. И ты что, мне не веришь? Ну, как знать. Свернули! Прыгай скорее! Всего-то чуть-чуть не доехали. Тут еще ближе. По прямой до конторы 400 метров будет. Пошли. Прогуляемся по воздуху. Сейчас и вышка покажется. Я тут все как свою ладонь знаю. Все ж при мне начиналось.
Так-то вот. И шестая буровая, и вторая, и пятая. На-ка, подержи. А ты знаешь, как нефть пахнет? А казанок знает. У меня тут три фонтана на счету. Она березовым веником пахнет. А черт. Иди, иди, догоню. Идем-то правильно? Конечно, правильно. Я к буровой могу по запаху выйти. О, моя деревня. Это дом родной. Поедешь. Опять с третьей буровой звонят. Да зажигание барахлит. Тьфу ты, черт возьми. Выезжает. Пути встречи. Ну-ка, подержи. Ну, держи, держи. Я сейчас. Бросьте почту, а то завал. Это им захвати, то им захвати. Ящик вам с продуктами сунули. Что я вам, почтальон? Экспедитор? Или шофер? Шофер. Шофер, дядя Вась, шофер. О! Вы не захватите меня на буровую? Да какое захватите? Я сам не знаю, когда поеду. Мотор вам барахлит. Ну, крутани ручку. Да знаю, знаю, что стоите. Да знаю, что труп нет.
Ну, выезжает. Ну вот. Ой. Выезжает, говорю, да. Пономарчук. Ну уж, если он не пробьется, так... Черт знает, что получается. Третий буровай уже неделю стоит. А тут еще дождями дороги развезло. Не может же проходка от погоды зависеть. Я еще в том квартале говорила. И не проси. Мне люди нужны. Вот так люди нужны. Буровики, механики, слесаря, особенно уборщицы. А такие, как ты, мне не нужны. Потому что, когда ты был нужен, так ты сбежал и бригаду бросил. За длинным рублем погнался. Все. Приятного аппетита. Но я же вернулся, Марья Ивановна, я же сам вернулся. По собственному желанию, можешь сказать. А чистосердечное признание это ведь тоже надо учитывать. И не проси. Потому что от таких, как ты, только текучесть кадров происходит. Все, разговор окончен, иди. Ну, Марья Ивановна... Слушай, дай мне пообедать, у меня отчет квартальный. Можно, Марья Ивановна? Ты что, не видишь, что человек обедает, да? Ну, Марьева. Ты мне вот что скажи, Казанок. Только честно скажи. Зачем ты сюда приехал? А? Ну, зачем? По велению сердца, а что? По велению сердца? Как пес паршивый нашкодил и следы замел. Я же вернулся сам! Вернулся! Ну, ладно. Давай. Поезжай, Семен Петрович. На. Алло, да. Выехал. Я смотрю, ты толковый парень. Придется себя прихватить на буровую. Ты что ли на третью? Захватишь. Она дама капризная. Я вон сколько лет в разведке. Считай, с войны всякое видел. Но вот что в Полесье нефть ударила. А вот ведь, пожалуйста. Гроб с музыкой. Только технику бить. А ну давай, ласточка, давай, давай! Ну, черт побери. Еще? К вечеру доберемся, Бог даст. Устроитесь, отдохнете. Мастер там Белоус Боря. Дельный парень.
Девчата обедом накормят. Хорошие девчата, в сущности. Хорошие девчата по домам сидят с мамками. Женихов ждут. Они таскаются по дорогам. Давай! Сели. Придется переждать. Послушай, как твоя фамилия? Макеечка. Я думал, звоню в Крамской. Приедем, научишь. Кружится, 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 кружится здешних лесов золоченое кружево. Может быть, самое главное падает, капает, 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 капает. А у тебя повеселее ничего нет? Дождь, дождь, дождь кругом, людям нет спасенья. Капли, слезы за стеклом, это дождь осенний. Кружится, 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 кружится. Холодно, 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 холодно. Эта дорога вскружила мне голову. Двадцатый век. Техника на грани фантастики. Без рук никуда. Обувь надо беречь. Спасибо. Ну, Сашок, за баранку садись. А я тут погляжу. Бревно бери. А то до вечера не выберешься. А ну-ка, заноси сюда. Давай, Сашок, что ты там, заснул, что ли? На буровой спать будем. Может, лучше я? Давай. Давай! Давай, давай, пошел! Сашок!
Погляди-ка, детское питание там не промокло? А то мне повариха Антонина задаст. Опять скажет, ребенка кормить нечем. А отец кто? Отца нет. Был тут один подлец. Еще до меня сбежал. Твоя знакомая, что ли? Нет. Я ведь к ней еду. Погоди. Погоди. Да я скажу тебе, чего погоди. Ну, что ты мне скажешь? У нас ребенок будет. У нас будет ребенок. Как ребенок? Как ребенок? Тоня! Ну, куда нам торопиться? Ты же сама хотела в институт поступать. Чего раньше времени хомут-то вешать? Успеем еще. Успеем. Тоня! Дело.
Жизнь перед человеком все время вопрос ставит. Вот в этих краях я след свой нашел. Блиндаж старый, траншею. Все уже обвалилось, травой заросло. Весной отыскал. Старшину моего там, Проценку, убило. Удалой был человек, все смеялся. Не берет меня Вась пуля, а вот мина взяла. Двое малых осталось, жена молодая, красивая. Могла бы за другого выйти, замуж не вышла. Детям себя отдала. А теперь вот у некоторых больно легкомыслия много. Полюбил, разлюбил, сошлись, разошлись. О чести забывает, о гордости. А потом вон дети сиротами растут. Войну без отцовщина, понятно, горько, но понятно. Детям гордость оставалась, светлая память. А вот теперь без отцовщина. Вроде как тоже. Отец погиб, а вспомнить-то стыдно. Какой храбрый. Шалый. Кажется, прибываем. Сегодня рекорд поставил. 15 километров за 3 часа одолели. В клетке пляшет крокодил. Как он в клетку угодил? Вот проснемся, разберемся. Правильно. Проще всего сбежать. Бросить все. И сбежать. Один он сбежал. Сам видел. Здорово. Давно ждали. А это что, пополнение? Как придется. А, ну ладно. Разгружай! Ой, продукты, кажется, прибыли. А то ребята говорят, скоро совсем на подножный корм перейдем. Дров бы наколоть, а? Теперь парни пока не разгрузят, не появятся. Давай, давай! Thank you.
Ну, чего топчешься? Вон ящик возьми и иди. Посмотри там, дров с плеча не наруби. Ну, давай. Саша приехал. Отыскался все же. Чувствует, мое сердце невь будет. Я барашка купил, за культбудкой привязал. Невь найдем, барашка резать будем, культурно отдыхать будем. Думали, встретим ее на отметке 2600. Вот уже в Дивон вошли, а пока пусто. На 8-м номере сперва то же самое было. А какой фонтан получили? Антош, ты чего сегодня такая невеселая? Так и ужин не в ужин. Может, обидел кто? Нет, ну что ты? А если что, ты только скажи. Вот мамаша третий год одно и то же пишет. Приезжай, говорит, байрамчик, и друзей с собой привози. Инжир, говорит, поспел. Одно дерево не трогали, специально для тебя оставляли, да? Смотри ты, инжир. А тут нам дядя Вась все лапшу да макароны возит. Все лапшу да макароны. Снабженцы не хотят вас баловать. Говорят, будет нефть, будет пища. Антош. Ну, выйди к человеку-то. Что-то как мертвое-то. Иди. Я сама здесь управлюсь. Иди, иди. Слушай, солдат, а ты знаешь, как себя бурильщик без нефти чувствует, а? Как жених без невесты. Пошли. Какой шустрый солдат. Не успел приехать, а уже... Тише ты. Тут дела посерьезней. Thank you.
Вот он, Санечка мой. Так и живем. Садись, чего стоять-то? Ой, слушай, у меня вино есть. Мы напарницу в отпуск провожали, у меня немножко осталось. Что? Я же не знал. А потом столько времени прошло, что... Наши снова Швеции проиграли 1-0. Помин подвел. Ха, да какой же он голкипер. Вот если бы нашего Солдатенко послать. На-ка, держи. На вахту иду, бриться буду. Старички. Вы что, старички? Я ж ждал вас, я ж... Поговорить хотел. Сувенирчик пёр такую дорогу. Ну, а потом... Ну, а кто докажешь, ребенок мой? Ну, ты, петух, ты что думаешь, нам юридические основания нужны, да? Да брось ты его, брось! Я, между прочим, жениться могу. Между прочим, а кому ты здесь нужен, между прочим? Ах, вот оно что. Ой, да плевать я на вас хотел! Ну, рыжий! Да брось ты! Пусть идет! Это не нам решать. Теперь это Тонино дело. Вот именно. Вот именно. Еще посмотрим, кто кому нужен. Значит, мать вот приехать просила. Вернуться, в общем, просила. Дома, говорит, лучше и вообще... Может, тебе правда вернуться? Нет, Саш, я не поеду. У меня дом свой. Семья. Да и куда я поеду? Всей деревне насмех. Что, маленький? Как же это получилось, а? Не знаешь, как дети получаются. Явился. Ну чего пришел? Иди отсюда, иди! Слышишь, сказала, не пущу, значит, не пущу, иди! Ну ладно. Раскудахталась наседка. Зачем ты приехал? Что вам всем от меня надо? Уходи!
Проходи, пожалуйста. Не нужен мне никто. Слушай, ты артист? Ну? До таких гадов давить надо. Отворот, поворот, жених. Наделала же ты делов. Пятеро на одного? Черт с вами! Плевать я на вас хотел! Плевать, ясно? Без вас прошу. Игрушку брось. Мой друг на похищение пошел. А она его... Мизинца не стоит, друг на серена, понимаешь? Люблю другого. Финтифлюшка. Хочешь вызов, поговоришь, а? Гитара сломалась. Ладно, новую гитару купим. Постой. Ну что, постой, а? Нет, не надо. Thank you.
Знаешь, что я тебе скажу? Хитрости в тебе нет, а надо бы. Тебе вон его еще растить. Так тебе бы лаской да добром, а ты все срыву, срыву, срыву. А теперь вон что. Ни того, ни другого. Гордо им и больно. А не еще раз уж споткнулась-то. А может, тебе повиниться перед Сашей-то? Да вот хоть бы и сейчас оделась бы и пошла, а Тонь? А может быть, все и наладилось бы? А может, и простилась. Видишь, он парень-то какой упорный. И не абы кто так поискал. Да я б... Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным. Опа! Сердце остыло, выцвели очи. Синие счастья, синие очи. Лунные ночи. Какая разница? Чего надумала-то? Тонь, я к маме в деревню поеду. Thank you.
Вышка! Я недра 3! Я недра 3! Прием! Вышли неожиданно на продуктивный пласт! Сильные газонефтепроявления! Привентер заклинило! Пытаемся навернуть квадрат! Срочно высылайте аварийную службу! Как нефть белорусская пахнет. Дух-то какой добрый. Посвящайся в нефтяннике. Знаешь, она у меня тоже первая. На. Когда? Thank you.
ночная любовь бывает гордая и часто неудачная. Адрес-то, небось, помнишь? Чуешь, как нефть белорусская пахнет? Дух-то какой добрый! Посвящайся в нефтяннике. Знаешь, она у меня тоже первая. Белорус с водной льдинкой хочу сравнить с весеннею струною паутинкою на праздники. Возвращается.